Кто куда, а я слушать новинку от Дельфина. Причем я давно такого не помню, что прям много людей сейчас пишут «послушай новинку от Дельфина». Дельфин не самый популярный сейчас артист, не самый популярный артист среди моих зрителей. То есть понятно, что у нас в рамках комьюнити моего есть там любимчики, есть какие-то значимые для нас артисты. Дельфин не из их числа. Но вот на этой неделе «послушай Дельфина». Там Дельфин выпустил что-то, что надо увидеть. Итак, называется «Месть». Прошло 5 секунд, вау, как это красиво. Как это эстетично пока что. Безумно симпатично по монтажу и по наполнению. То есть, прошло 5 секунд, я смотрю не отрываясь. То есть клип просто берет меня вот так за ноздри и такой: смотри. Это хорошо. Это прям кайф. За 5 секунд десяток красивых кадров. Очень атмосферных. Вау. Но это интригует. Еще раз. Это месть, песчинка времени в бессмертие сосуде. Пусть в воздухе повиснет крови страхов взвесь, свершаемых безумцем правосудий. И тот, кто сможет, пусть спасется сам. В надежде чудо милости валькирий, себя разметив ровно остро пополам. Багровые линии истомы харакири. Вау. Ну, давайте я скажу вот с самого начала главное. Клип — это просто секс. Мне кажется, в конце, просто чтобы было, Дельфин мимо проходя засосет Джека Уайта. Ну, просто потому что почему бы и нет. Вот от этих кадров просто очень сильные вайбы клипа на Seven Nation Army. Я то, что будет с каждым, я есть мгла. Мой нож уже кричит в кровавых драках. Я вставший во весь рост, угрюмый ангел зла. Я смерть и хлеб из горьких судеб злаков. Не прячьтесь, те, за кем теперь иду. Бессмысленно пытаться быть живыми. Располагайтесь, бляди, вы уже в аду. Я вас всех найду по запаху благополучия гнили. Терпкая парность крови, предательство сути истории. Капля чернил, горе в воде. Начало поступков, правда тюрьма ублюдков, зло в пустоте желудков, во тьме. Это месть, то пусть она срывается с сомнения цепи, пускай покажет нрава дьявольскую спесь, но без рассудства в выбранном пути. Месть — способ жить среди безжалости людей. Месть — смысл, обретенный на одно мгновение. Месть — худшая из всех моих идей, но вдохновение. Терпкая парность крови, предательство сути истории. Капля чернил, горе в воде. Мысли — начало поступков, правда.
Вау. Ну, во-первых, просто поаплодировать за клип. Это один из самых красивых клипов, которые я видел в этом году, чисто эстетически. Великолепно снято, великолепно смонтировано. Очень, кстати, хочу отдельно отметить монтаж. Помимо шикарных разнообразных сцен классного цвета, все это великолепно смонтировано. Очень ритмично, очень с правильными акцентами. Монтаж прям ведет тебя по ходу просмотра. И это удовлетворяет главному требованию к клипу. Клип реально делает песню лучше. То есть ты смотришь с клипом, тебе песня нравится больше из-за того, какие картинки перед глазами. Да, Дельфин постарел, но мы все не молодеем. Значит, я бы отметил вот вообще все, что связано с видеорядом. Видеоряд потрясающий. Просто вау. Мне очень понравился инструментал. Я не фанат манеры Дельфина. Я понимаю, Дельфин не умеет петь, в принципе. Это очень серьезное ограничение, которое он обходит, как умеет. Но вот эта мелодикламация, она иногда работает у него, иногда, на мой взгляд, нет. И всю песню это сложно. То есть песня построена еще как такой типа, разговор внутри головы, что усиливается вот этими эффектами на голосе. И... ну, что ли, для разнообразия не хватает какой-то прям певческой части. Однако вот это я уже придираюсь прям. Потому что клип потрясающий, музыка потрясающая. Строчки некоторые прям попадают. Опять же, когда так много раздражителей, когда так много всего видишь. И по картинке, и слышишь звука. С первого раза текст я не в состоянии полностью осмыслить. То есть тут надо несколько раз послушать. Первого прослушать некоторые строчки цепанули только. По манере вокальной приелось в какой-то момент, стало скучновато. Но это один из самых красивых клипов года, это 100%. Хлеб из горьких судеб злаков. Не прячьтесь, те, за кем теперь иду. Бессмысленно пытаться быть живыми. Располагайтесь, блядь, уже в аду. Я вас всех найду. По запаху благополучия гниль.